Всем привет, дорогие подписчики, с вами Костя Диман, а также Андрюха. Мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это новенький экспериментик у меня на канале. Всем привет, пацаны. Ребята, совсем недавно один подписчик предложил данный эксперимент. Я так посмотрел на ютубе, получается, его снимают за рубежом, поэтому я решил, а почему бы нет, не попробовать нам снять его на нашем канале. Получается, ребята, суть очень проста. У нас есть ряд тачек, получается, зеленая сторона и красная. Вот, а также тропа, которая состоит из бревен. То есть, ребята, здесь очень глубоко, и поэтому, если машина будет тонуть, то она утонет прямо на дне нашего озера. Слушай, свет, братух. Да, тачка сможет проехать, то тогда она будет победителем. Соответственно, нам нужно просто переехать с одного островка на другой, и в итоге не утонуть. В общем-то, вроде все очень просто, поэтому давай, наверное, попробуем мы это реализовать в жизни, так сказать. Я возьму первую тачку, это десятка, ребята. Слушай, ну что, погнали тогда, да? Давай, бери пятнаху, и поехали. Так, братан, смотри, короче, сначала я заеду, потому что бревна на самом деле могут утонуть, поэтому... Слушай, а нитруху мы не юзаем, по идее. Тихо. Знаешь что, вот, все, я заехал на бревна, так, Давай! Едет, посмотрите, братан, ребята, она едет! Я заехал, я проехал! Так, давай, Андрюха, тоже едь, получается, братуха, ну десятка смогла! Как говорится, говно в воде не тонет и в огне не горит. Да, конечно, ребята, тут немножечко бревен стало меньше, но мы сейчас все это нормализуем. Да или в принципе... Да или в принципе, не, они восстанавливают, все, они просто потонули после Андрюхи. Да, нормально, братан, давай следующую просто потонули. Да, давайте, короче, тогда возьмем следующую тачку. Это, ребята, копейка. Ну и, соответственно, по возрастающей у нас будет все круче. У меня и тачка круче ванька, тачки, братан. Ща, ребята, растащим. Если вы поставите 5000 лайков, то тогда я в следующей серии запишу вам подобную серийку уже с внедорожниками. И мы попробуем проехать на них или на каких-то крутых дорогих автомобилях. Братан, ты потонул? Я тону! В смысле потонул? Подожди! Я не знаю, братан, меня как-то... Да, реально! Веста потонула, ребята! А пробуй заново, слушай, пробуй заново, просто как бы, да, ты сбоку. Давайте мы, наверное, вот это вот так вот восстановим чуть-чуть. Все, добро. Так, все, чинимся, братан, давай, пробуй. А как? Как ты так потонул-то, братан? Слушай, я не знаю, какой-то баг был. О, смотри, так. Ну давай, давай, поехал, поехал, да. поехал. Оп, смотри. Давай, братишка. А в этот раз лучше, братан. Давай. Че? Она утонешь, тонет, ты утонешь сейчас, братан, давай, тащи. Веста втащила, ребята, Веста проехала, это уже вторая тачка, которая перебралась, получается, через вот этот вот наш мостик. Конечно, но было трудно, после братан, тебя было тут, трудно, мягко говоря, вакханалия произошла. Давайте мы, наверное, эти бревна удалим и немножечко поставим их ровно, чтобы, знаете, было попроще нам проходить. Вот так вот. Слушай, ну, но вот я эти уже взял следующую тачку. Давай, ты бери готов, пока следующую, а я сейчас готов, быстренько восстанавливаю бревна, ну и, соответственно, мы продолжаем. Давай. Ребята, ну что же, мы продолжаем. Получается, следующие тачки — это дрифт Феррари, ну и, соответственно, получается, Инфинити. Ну давай, короче, давай, я первый, получается, окей, да. Братух, а так, я вот поеду вот тогда за тобой. Вот тут вот я вот так вот заезжаю. Давай. Ну-ка, братан, все, поехал, смотрите. Ну-ка! Нифига себе! Нифига себе, ты на изи проехал, да. Это просто изи было. Так, а я пробую на дрифт тачки. Давай! Я тоже проехал, братишка. Я тоже проехал, получается, на дрифт каре. Не, ну это было вообще неплохо. На самом деле, ребята, можно эту трассу увеличить еще больше, сделать. Но опять же, давайте наберем 10 тысяч лайков на вот этом ролике, и тогда мы это сделаем. Просто едем и проверяем тачки, которые Центурия здесь есть. Да, погнали, короче, братан. Давай. Первый, братан, у меня получается Крайзлер, друзья. Слушай, ну у меня тачка помощнее вот так вот будет. Давай. Да, я проехал. Балим, тоже. Родильники. Слушай, так, мне кажется, все седанчики, в принципе, будут проезжать, потому что они, ну, не совсем такие тяжелые. Братан, для меня это, да, было поэтому, изи тоже, смотри, поэтому дальше у нас будут как раз такие внедорожники. Мы проверим их, смогут ли они проезжать, потому что, ребята, вроде как, пока что все очень пока изи. Все ровненько, братуха. Да, давай возвращайся, короче, к нам. У нас, получается, следующие тачки. Давай, это Lamborghini и R8. Mm-hmm. Далее у нас идет, короче, мафия, ребята, будет интересно посмотреть на нее. Ну и, соответственно, на трактор, который стоит. О, Андрюхи. Чё, блин, я даже хочу на тракторе, наверное, покататься. Тихо. Блин. Давай. Но мне кажется, трактор это будет жопа боль, братишка. Да, я проехал, братан. Я проехал. Слушай, а мне трудно дается. В принципе, ничего сложного. Мне трудно дается. Так, почему? В смысле, ты опять тонешь? Я не знаю, я тону как.
Потонул. Ева, братишка, я утонул. Ты потонул, да, чисто да. Потому что... А куда бревна делись? Они же тут только что были. Я не знаю, я как-то прикольно. Упал под них. Как прикольно, знаешь, да. А они получ... не, они не... Нет, они не наложились. Они, короче, ребят, на самом деле вот эти ограждения сдерживают. Слушай, их, чтобы еще они раз не... Пробую, еще да, раз, чтобы братуха. Они, короче, у нас так, тогда... не разбрелись, потому что... Потому что здесь очень высокие волны. Чё? А вот сейчас вот получше далось, смотри. О-о-о, нормально. Ты проехал, слушай, да, получается? Да, только я немножко тут перевернулся. Ну давай, давай, давай тогда возвращайся. Давай, давай, всё, да, изи, ребята, братан, короче, если здесь. Бы не было вот этих вот боковых стен, то тогда бы все было намного печальнее. Так как тачки бы просто не могли бы ехать по этому мостику, так как его бы размыло. Да, поэтому, ребята, братан. Вот стоят и ограждения. Короче, чё, у меня тебя старьё. Получается мафия, старьё, да? Старьё, старьё. Да, так, да, а да, у меня потом мистер Бин и, короче, колесо. Я бы на колесе еще прокатился. Ну, тоже на самом деле, колесо интересно, точка. Как здесь покажет так, себя. Так, 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 давай, давай, давай. Давай, братан. Давай, да, я проехал, братишка. Братан, я, мне принципе, кажется, проехал. А старьё, которое медленно едет и очень тяжелое, тут не проедет. Или чё, я фиг его знает. Подожди, но, да, ема тебя... В смысле? Потонул! Потонул, братан, ребята! Что-то мне вообще не фартит. Потонул, сегодня, да. Реально. Слушай, ну-ка. Ты тут, короче, разломал наш мостик. Ну, пробуй, в принципе. Он ну, сейчас давай, остановится давай, самопроизвольно от волн, я думаю. Окей, окей, да, давай, давай, короче, пробуй еще раз. У тебя, кстати, давай. Бачок потик, ребята! Че, братан, бачок я потик, я вижу. Без бензина, че? А, ема, ему тяжело. Скорости не хватает, братан. А я думал, что все седанчики смотри. На Изи будут проезжать, но нет, ему тяжело. Смотри, смотри. Все, и там ты проехал, изи, да, братан, получается? Изи, ну, со второго раза, да, действительно, можно проехать, но то, что в первый раз ты потонул, это было прикольно. Это безумие, да, братан. Тут, в принципе, все восстановилось, да, бревна есть, поэтому да, едем да. дальше. Слушай, я на колесе хочу, братан. Слушай, ну вот давай, поверь, а я на мистер... Давай тогда ты на мистер Бини, да, давай, я на давай, колесе, давай, ребят, давай, смотри, что за центрифуга. Слушай, мне кажется, ты сейчас упадешь, братан. Так, мне кажется, ты сейчас провалишься. Не знаю, братан, не знаю, что будет, но пока, в общем-то, неплохо. Ладно, пробуем, ребята. Колесо, я думаю, должно точно проехать здесь. Катись, братан. Ай, ай-яй, ай-яй-яй-яй-яй, я потонул. То, о чем я говорил. Я а, потонул. А, кстати, на мистера Бина тачки тоже не ахти. Серьезно? И ты тоже тонешь? Смотри, я еду вроде как медленно. Да, ты, короче, еду. Как трактор о, эти о, бревна о. Немного подвинул, но смотри, ты а проехал. Смотри, я проехал, а я не проехал на колесе, слушай, оно сразу как-то его подкинуло и развернуло. И он утонул из-за этого, но мы пробуем снова, друзья. Потому давай, что эксперимент давай. Очень интересный. Я снова тону. Нет, братан, я снова Гатализа. Тону. Блин, колесо а чё? Не проехало. Неужели такая маленькая тачка не может проехать здесь? Слушай, ну я не верю в это. Давай слушай, пробовать. Ну я молюсь давай за тебя, пробовать. Молюсь. Тихо, тихо, давай, тихо. Давай, тихо. Полетел, нет, братан. Его разворачивает, друзья. Блин, просто сейчас да. все напишите в комментариях. Колесо тащи, хэштег. Кто остался еще на вот этом моменте, то колесо тащи. Давай, сейчас пацаны лайкосы поставили, и ты сейчас затащишь. Соответственно, ну-ка, ну-ка. Ребята, попробуем проехать. Давай, 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 давай. 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 Нет. Блин. Братишка, не, нет. не получается. Мне слушай, кажется, не а попробуй получится. Ты тогда, потому что ну, это как бы твое слушай, колесо, а давай, я может, у тебя его с кому не ездил. Буду. Да, давай, короче, пробуй ты, а я в итоге... Да, тут все нормально, в принципе. Более-менее давай, бревна сел, есть. Давай, колесо, все, поехал. Давай, поехал, давай, пробуй, братишка. Я посмотрю, как у тебя получится, не получится. Емага, тоже не получается пройти на колесе. Не-не-не, я вроде как удерживаюсь, братан. Давай, смотри. Давай, 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 тащи, да тащи, тащи. Тонешь. Все, ты утонул. Потому что очень маленькая поверхность для, соответственно, мне кажется, зацепа, не вариант. То в итоге колесо тонет. Кстати, у нас тут бревно восстановится. Во-во, смотри, смотри, да, смотри, мне кажется, братан, я поехал. Бревно надо так, будет так, потом так. убрать. Так, давай я пока его уберу. Ты, а ты, чего? Ты едешь? Я чего, проезжаю, смотри. Ты проезжаешь? Да. Смотри, я проехал. Ты проехал, но мне ты все бревна просто раскидал здесь. Ребята, да. но, знаете, вот пишите еще в комментариях, восстанавливают ли нам эту тропу или же нет. Или же оставлять ее в таком похабном виде, чтобы нам было намного чтобы тяжелее проходить. Братан. Да. Слушай, ну мне кажется, вот эти вот развернутые бревна точно надо удалить сейчас. Вот. Да, согласен. В принципе, нормально, давайте мы еще немножечко доспавним вот так вот, да. Угу. Ага, вот. И в итоге, да, пускай все будет как-то так. Все, я слушай, восстановил, ну братан. Чё, трактор, я восстановил. Трактор твой. Трактор? Ну давай на тракторе, да, ты на вот этой из эти тогда покатайся. Чисто по фану, мне кажется, ребята, наоборот, фану, да, братан. Вот мы лучше протестируем трактор. И да, ребята, пишите в комментариях, как доработать данную рубрику, а чё он с ним? Он за. Зафрижен? О, нет, он, не, он не заводится, чё? Нет, он. А, он все, поехал. Он, братан, он, живи просто с трактором. Ой, мать, а я не проеду, это уже 100%, друзья, потому что чё, он братан, почти здорово. Не газует. Слушай, ну, походу, мне кобздец. Так, походу... поехали, 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 пацаны. Чё? Трактор не должен утонуть. Давай, 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 блин, давай, давай, давай. Я еду. Я ехал, братан, я утонул. Я утонул вот здесь. А из этого. Братан, это я чё? Вижу тебя. БМВ да не едет, да, получается? Я вообще не могу поехать, чё? Такое себе. Смотри, ну, короче, во, пацаны, поехал, поехал. Блин, давай, едь. А чё? А почему он фризится как-то самопроизвольно? Смотри, почему? Смотри, я поехал. Я уловил эту волну, серьезно? Смотри.
Так. Что с трактором-то? Подожди. А, чего? Что, я заехал, братан? Ты проехал на EZ? На самом деле я не наблюдал, но потом посмотрю. А почему? У меня трактор как-то багуется. Слушай, так, тебе вот ему, все, он не хочет. Все, погнали, братан. Получается, очередной трактор, а очередной раз пробуем, ребята, но мне кажется, трактор точно не поедет, потому что он, как видите, у него передние колеса очень узкие. О, сейчас будет, блин, больно. Это бревно нам мешает, поэтому давайте мы, наверное, его удалим. Вот так вот, да, все добро. Угу. И, в принципе, погнали, пацаны. Так, давай, братуха. Сразу, ребята, давай, тащи. Тащи, едь, нет, он утонул. Блин, не смог, он, в принципе, братан, утонул там же. Слушай, хотя нет, он чуть-чуть дальше проехал. Давай, короче, последний раз, так сказать, третье давай, на счастье. Давай, жду, братан. Пробуем, ребята, пробуем пройти. Опять он забаговался, опять надо, наверное, его, слушай, короче, ну чем медленнее тачка, тем как-то проблематичнее, да, и, типа, ехать, вот так, короче. Вот, что ли, поможет? Давай, подожди, братан. У меня персонаж забаговался. А, короче, чего? Это лютая тачка. Чего? Пацаны. Что происходит-то вообще непонятно? Стоп. У меня если вообще вот ты вот моргаешь думаю... как-то. Серьезно? Слушай, да, попробуй сесть на вот этот трактор и сам поехать, потому что у меня. Слушай, ну давай. А что с ним? А почему? Слушай, он реально едет? Он какой-то заколдован. А, все, он тут, слышишь, едет. Что? А, получается, смотри, там какой-то момент такой, что он не ехал. То есть отсюда пробуй, все. Изи. Ну-ка. Короче, отлети и пробуй там, на другой стороне. Окей, братан, давай. Ладно, давай, ребята, все. Мы едем дальше. Получается, ребята, пробуем на тракторе проехать здесь. Ну, честно говоря, из-за того, что мало скорости, ему... А, не, стоп, я еду. Я еду, я ставлю рекорды, я доеду до конца. Братишка. Давай. Я так тут и не бревна смог пропали, на нее поехать. Ну, бревна... Ну, если вот так вот он помочь, я думаю, если понимаю, были бы бревна, он бы проехал, друзья. Ну, с одной стороны, как бы он и утонул, но и как бы проехал с третьего раза. Ну, плюс-минус, давайте мы на... Ай-яй-яй, не то. Это мы удалим. Короче, я не смог совладать над этой игрушкой дьявола. Давайте где-нибудь вот мы его тут поставим, а вы пишите в комментариях, ребята, смог ли он проехать эту трассу или же нет. Да. Ты не смог, да, получится проехать? Не-не-не, в топу. Я понял. Ладно, ребята, дальше у нас идет Мерседесик. Просто старенький Мерседесик BMW. BMW M8. Давай, короче, первый еду, получается, вот. Давай. Вай. Все, поехали. Давай, пацаны. Ну, я думаю, он сможет. Да, тут как бы ничего сложного. Так, надо там бревна все-таки восстановить. Да что, давай половину. Едь. Ты утонул? Братан, она реально тонет. В смысле ты утонул? Это нереально на бэхе, чего? В смысле ты утонул? Подожди, ну-ка. Покажи-ка. Ну-ка, сейчас я пробуй. Вот тут вот заезжаю, вот так вот. Опа. Давай. И вот тут вот поехал, так? Ну-ка, пробуй. Смотри, в смысле? А дай я на ней попробую, ну-ка. Потому что ну-ка, мне казалось, что все седаны могут проехать, но, ребята, как и говорит, нифига, эксперимент, смотри. Нет, это не так, то есть не все седаны могут проезжать. Но ну-ка, хотя... ну-ка. А я чё, вот тебе повезло, смотри. Я утонул. И тоже. Утонул, братан. А не, смотри, выйду. задом. Да, я задом, выехал, задом. Я выехал. Слушай, нормально. Ну плюс-минус она может, только не знаю, почему ты утонул, тут надо со скоростью. Да не знаю, тогда. Братан. Хотя знаешь что, а если чисто, знаешь, не со скоростью, а вот так вот просто, как и ты ехал, то есть аккуратно, вот так вот, не спеша. Ну, да, типа, ну ты, скорее всего, потонешь сразу. Клиренс ну, еду не пока, позволяет. Еду. Еду. Я газуй, проехал, братан. Газуй, братан. Это не газуй. Сложно. Это, в принципе, не сложно. Не, ну, на самом деле, тачки просто легкие. То есть, вы видите, они все седаны, они все легкие. Но так как это первая серия нашего эксперимента, я решил поставить седанчики, такие интересненькие суперкары, и проверить их. Ну, а потом уже в следующей серии мы проверим все внедорожники, друзья. Так, все, поехал, которые братан. Надо явно проверить. Так, ребята, сразу же за Октавией. Давай. Да, ребята, я проехал тоже на изи. Проехал, да, в принципе, да. Ничего сложного, тачки, в принципе, не овощи, вот, давай, наверное, вот тут мы все же таки восстановим нашу тропинку, вот это бревно мы удалим. У тебя монстр трак потом будет, его. Чё? Да, нифига. Я хочу проверить монстр трак. Отлично, давай, ну, давайте давай, вот так вот оставим, так сказать, похабненько. Слушай, ну, далее у нас идут внедорожники, как раз таки, по одной тачке мы проверим, а смогут ли бревна держать эти машины. Сложно? Ехать! Понятно, понимаю. Ехать, ты, короче, сразу перенос. Так, а я поеду. Да, ребята, да, я да. Еду аккуратно. Ну, у тебя большие колеса. Ай-яй-яй-яй, да, я еду. Да, я проехал. Но, слушай, внедорожник на больших колесах смотри, тоже а я тоже. Прошел. Смотри, на изи. Изи, и братан. Ты проехал, изи. Да, получается? Ты... Ну, не с первого раза, конечно, но проехал. Но тем не менее, далее, ребята, у нас, соответственно, вот такой вот огромненький внедорожник монстра. Почему он... Тоже как-то забагал. Мне ну его вот динамичный. Так вот сюда ставишь. Давайте вот так просто вот, на изи. Да, все, поехал. Ну что, пробуй ты первый тогда. Давай. В принципе, тазик, ты монстр. Очень тяжелый, поэтому не знаю даже, сможешь ли ты проехать. Изи, братан, просто на Ема. Изи. Все под себе. Ема, ты проехал на изи, да, а я теперь попробую, давай-ка. Ну-ка. Давай-ка я попробую, потому что, ребята, мне кажется... тоже на изи тут сможешь сделать. Тихо. Ну чисто если, знаешь, если газовать, то да, а вот если... Ну...
Да не, нормально держат. Ну вот ты даже не чувствуешь, бревна мне держат, кажется. Да, бревна в принципе на изи держат этот монстр трак. Слушай, я хочу попробовать назад проехать, в принципе, почему бы нет. Ну давай, давай, я тоже, кстати, по приколу. Давай, 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 давай. Да, ребята, это, в принципе, легчайше получается. Ты тоже проехал, да? Давай, да, еду, еду, братишка. Во, слушай, вася, ну монстры реально проезжают. Знаешь что, а что если я, допустим, заспавню какой-нибудь, ну, сейчас внедорожник, чисто ради эксперимента, ради посмотреть, ну, давай, ну давай, стоит давай, ли вообще снимать? Ну, допустим, вот этот вот длинный Мерседесик. Стоит ли вообще продолжать данный эксперимент, или же все тачки будут проезжать? Тихо, давай. Ну-ка. Давай, давай, давай. Ну, тяжело, тяжело прям слушай, идет. Прям да, тяжело, да, да, да. Подожди, подожди. Его крутит, вертит. Нет, он утонул, ребята, не все тачки могут проезжать. Давайте мы попробуем снова, в принципе. Слушай, я тоже тут заспавнил точилу какую-то. Ты ну-ка. Какую заспавнил? Я ну, вижу, джип Гранчероки какой-то, какой-то, да? Или... А, ну, типа джип Гранчероки. Давай, о! Давай, давай, давай. Нет, ребята, не все внедорожники нифига могут проезжать. Реально не все. Не все. И вот мне с трудом. И ты тоже утонул, дается, да? Или ты доедешь? Ну, не, я еду, но очень так, трудно. Так, а если чисто по газам, по газам, по газам, уже тут бревна просто непонятно как расположились. Давай, давай. И да, ребята, ну, плюс-минус я как бы доехал, утонул в конце, но это была попытка, наверное, четвертая, если так посмотреть. Это безумие, братан. Да, это просто капец. На самом деле, ребята, у нас не проехал только, получается, трактор. Но давайте мы его тоже, так сказать, последний раз проверим. Вдруг, да, слушай, проедет или же нет. Слушай, тут для тебя кибертрак я приготовил. Ну, это в следующей а серии. Короче, ребята, если поставите 5000 лайков, мы проверим тогда кибертрак в следующей окей, серии. Пацаны, вот, а я просто хочу на тракторе, так сказать, доехать и посмотреть, может, он тоже может проехать по бревнам. Давай, давай, так, братуха. Давай, 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 давай. Нет, ему тяжело. Ему блин, тяжело. Ну, все, да, только накрывает волна, это он да, тонет. Да, трактор это вообще. Все, ребята, трактор, как и Титаник, пошел на дно. Ну да. Что же, друзья, на этом мы, наверное, будем заканчивать. Сегодня, как мы выяснили, все практически седаны доезжают до конца. Ну, были, конечно, вот такие вот мафиозные тачки, которые очень медленно ехали, и им эта тропа далась очень сложно. Также на колесе я проехал тоже не с первого раза, потому что оно тонуло. Ну, а в итоге монстры покорили данную тропу на изи, внедорожники почти, ну, большинство из них тонуло, поэтому, ребята, в следующей серии мы обязательно проверим практически все внедорожники, которые могут здесь утонуть или же проехать. Ну, а вы, ребята, давайте наберем 10 тысяч лайков, и тогда я увеличу эту трассу и сделаю ее еще больше. А с вами был Диман и Андрюха, всем удачки и всем пока! Всем пока, друзья!